против. Рыба стоит кушать. Покушали, нажали, готов, блин, блядь. Кулака нету порой. Столовка. Когда дебаф появляется на минус 200 брони, сразу забирай. Хоть так же стресс. Или ты ведь даже если дебафа нету, блядь, нахуй, ты видишь, у него, блядь, 10 кхп, забирай, нахуй. Если промахивается таунт, короче, я ему говорю, прожмись. А символ? Ну. Символ у него на сейв стоят все. У меня на таунт стоит. А что, меткости не хватает целу? Не, не, в порядке с меткостью, просто, блядь, ну, таунт-то требует больше. Господа, я поменял на всякий случай символ, потому что прожимок у варов все равно в символах отстойные все. Ну на хп да нашивай. Пич. Сик-сик-сик-сик-сик, рыбу. Да успеешь, сиди, ешь. Я тоже, блядь, кстати, забыл нахуй рыбу поесть. Блядь, это не босс, на комбат не кинется, это моба ебаны. Заберем его. Грипните, чё? Муженёк грипнет. Ребят, пожалуйста, ну давайте уже убьем, а ну хорош уже, хуйню страдать, серьезно. Уже разуйте нахуй глаза, не дохните, блять, как бомжи там в комнате, блять. Вы все до второй фазы дожите. Здесь потеря одного человека, это, блять, 99%, что будет нахуй вайп. Я бы понял, если бы у нас там все в десятку ДПС отдавали, то это вообще было бы надрочить его. Тут, блять, бьем как по пизде ладошкой все. Пробудители играем. Уйдите оттуда, трусо, видите, молния хуяль. Бери. Стойте, стойте, стойте. Побежали, быстрее, 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 быстрее. Бегом, бегом, бегом. Дешли. Еще по левой бежим, по левой. Сейчас направо надо перебежать, как изгляну. Пробудители играем. Заходим в комнату, только потом играем. Блять, стан. Там. Отошли, отошли туда от полумесяца. Бери, 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 беру, бери. Беру. На территории, уйди, а, пула, ну что ты делаешь? Ну уйди оттуда, ну Лёша, ну что ты делаешь? Берите троих всех нахуй. Всё. Короче, пока он не докастит, нельзя сбить. Хоть ты обосрись. Пробудителей хуярим. Первыми пробудителей. Женю, косты им сбивай. Это наши, не наши мобы. Я второй.
Алиса говорит, что там один моб уже почти без хп. Ну, это, наверное, блядь, этот, Лёшкин, блядь. Его прохилить можно. Каст, каст. Ну, да, я стою и мы хилюсь. Всё наверх, понимаешь, за срезанный план. Захильте этих мобов, которые в мейн-контроле на фул. Кончается, кончается. Захильте этих сейчас мобов, которые будут в МК на фул. Да. Пробудите или играем. Хорошо, так разрыли. Все, у меня пол хп уже на мобе. Все, всех троих. Мобов эти пусть тупо на срезе, а мы убьем только большого. Пробудителя. Эту хуйню диспелить нам? Да? Она диспелит. Не пьет каким-то образом. Мобы фуловые, все нормально. Это мой, бежит. Бери, бери, бери. Было бы хорошо меточку на них ставить как-нибудь. Да и все. У вас есть запакую. Может поставить. Во. Где третий нахуй? Все, убили? Третий моб, выйди, кто без метки. Ага, вижу. Все, запомнили свои метки. Фу. Обновляй, обновляй. Все, спрыгнул. Столовка. Раньше набрали, столовка стал в череп. Пич ко мне в крест. Женек, твой квадрат, а не под ногами. Геру дали работать. Забери. Обновляйте МК, мобами тритесь, чтобы он дебафы были на этот, бафы на людях. Владимира хили. Почему моб без МК? Моб с трусами, без МК. Обновляйте. Трусы, далеко не уходи, ты не достаёт, твой дебаф не достаёт с другой стороны. Возле себя прям держи. А тут стой, вот так прямо стой, заебись, за стой. Главное не прибить. Я... Ты левее, да. Ты левее иди своим. Саня, возьми правее, там же место нихуя. Обновили МК быстро. СС на столовку, да. СС и по танка. Я на столовку, да. Вася, поднимай от стайла. Отставил с той стороны, стань сбоку. Пич, подвинься левее. Дох, ты левее тоже. Все, всем хватает баф. Два бафа на мне. Келени сдох, блять. БР его быстро. Еще одного надо в этот контроль. Келени, БР быстро и сразу. Давайте МК убьем, нам. Оба. Не надо его убивать, бери МК. Ну быстрее, блять. Он вот с другой стороны, Марк. Саня, какой молодец, пододвинься, пусть он тут стоит. Быстрее МК по мобу, быстрее, блядь! Блин, а пододвинься чуть-чуть за него, что ли. Вот так, да, пойдет. Умер. Пробафайте. Блядь, вставай, забафали столовку быстро. Каска, пристабаф, лапа, быстро в столовку бафы, сука, что за хуйня? Два холипала, блядь, сдыхай за секунду танк, блядь. Срез СС есть? Нет. Я его сейчас выебу, блядь. У кого есть СС по столовке, да?
У меня КД я давал. У кого есть СС? Быстрее. Я... Зубы по столовке. Блять. Столовку дали, быстро. Оба. Там килин. МК, мертвый, быстро там. Обновить, быстрее! Там любой приз МК, быстро! Я занят своим. Я тоже в своем. Ну, уже два бафа. Два бафа, все это, труп станк сразу. Конечно, типа давайте трех будет не брать. Саша, давайте ты понимаешь, будет... что нам нету ДПСа, блять, еще отдавать моба. Ну нету его нахуй. Просто так нет, мы, блядь. Мы умираем не из-за того, что. А у нас от этого ДПС будет на 20% меньше, блять, урон. У него да стаки накопятся, мы все равно сдохнем, блядь. Это не похуй. Вот сейчас было все заебись, блядь. Сдох нахуй какого-то хуя средства. Ну так на моб отлетел вот из МК, на мне две сечки прилетело сразу же, и потом этот дебаф ебучий. Всё. Надо научиться правильно этими мобами нахуй. А не надо ничего учить, надо ставить в рендже нахуй, чтобы ты не сдыхал как бомж. Какого хуя Киле не сдыхает по КД, блядь? Да просто, блядь, запомните цель, я не знаю, держите его там справа, слева от себя, блядь. Так все, что? Только вышел. Сейчас бы не сдох. Приз, блядь, было все похуенно, блядь. Просто, блядь. Какого хуя он вздыхает, блядь? Линкуется с кем-то. Макс, ты с кем-то линкуешь. Блядь, не знаю, я не вижу, типа, с кем, но с кем-то ты линкуешься. Почему тебе такой урон проходит? Если у вас моб с МК уходит, он апает босса на. Мы все знаем это с Дима. Мы все это знаем, блядь. У нас нету нахуй ДПС. Люди не дамажат вообще, блядь. Так мобы, они же не одновременно выходят с МК, а друг за дружкой, то есть на боссе не будет сразу три ебать. Ну вот два появилось и все. Ну, конечно, два появилось и все, потому что, блядь, сдохли нахуй люди. Они не потому что вышел он с МК, а потому что он сдох. Босс был на столовке. Он держал, пока двое не вышло. Вот так же и сложило, как только... Дайте как... урон по боссу. Еще одна. Либо, ну, надо сразу свечить было в этого моба. Просто тупо сразу его убивать. Ну так, а как у всех 4-8 будет? Это же время надо выбивать, это хотя бы десятку. Люди-то не бичи. А про что ты говоришь вообще? Да вон Женек написал, типа, 4-8 нету ни у кого. А какие Т8, Женек? Если все делать правильно как надо, блядь, не надо идти Т8, блядь. Да, и наоборот тоже так же работает. Есть Т8, не знаешь, что делать, умер, нахуй. А тут ДПС вагон. Артстайл, блядь, сдох, нахуй. В начале, блядь, у него лям, нахуй. Нечаянно, это тоже в начале сдох. Я этого не помню, блядь. Лям, нахуй, блядь. Волшебник, лям, какой молодец. Лям 200. Просто ноль, нахуй, блядь. Бля, пацаны, я сейчас обоссусь. Сейчас подойду. Иди писей, блядь. Как Кирюха орёт, я тоже ссать часто хочу. Эти мобы это нереальный бурст, блять. Буст просто сумасшедший урона, блять. Если... Давайте тогда вообще ибо мобы брать не будем. Будет вообще все охуенно. Будем все дома. Да нет, ну типа, два можно взять. И все, и один пусть на подстраховке останется. Ну вот типа, я по своему тебе скажу. Ну я не больше не даю вообще нисколько. Что будет два моба, что будет три моба. Типа любой лок, любой кастер не даст больше. Ну, мы не дадим больше, у нас и так. У меня каст 0.6, алё. У меня с двумя 0.8. Под герой, под всей хуйней. То есть мне надо секунду. С хуйнями, то есть... Да, ГКД меньше секунды не опускается. Ну, как бы нету смысла для кастеров, от этого вообще ничего нету. Не знаю, как для миликов. Ну, может, типа мы вот умираем из-за того, что да? Любых два моба выходит, сразу танка складывает. Больше 10 стаков, там поебать. Может тогда одного, блядь, и все нахуй, пробовать. Да нет, ну двоих, я согласен. Двоих на. Ну, три, не знаю, вот мне лично три это прям идеально, два нормально. То есть, ну, там, да 0,2 секунды нравится. Мне тоже нравится, как у меня порча хуярит с тремя, вообще заебись. Ну, тут я для ДОТ охуенно, для миликов охуенно. Смекалка, блядь, топ-3 нахуй, когда такое было? Он хуярит, как из пулемета. Чё нахуй? Я всегда там реалю, блядь. Да конечно, блядь. Рассказываешь. У нас, получается, одновременно вышло два моба, да, из-под МК? Нет, у нас сдохли люди просто, и поэтому, соответственно, МК закончилось. Либо давайте тогда внимательно за этот момент. Если трех берем, то вот, ну, умирает ШП, который держит, в этого моба прям
тупо нахуй все вливаемся, сразу же его убивать надо. Трусы, ромб, нет. Трусы, ромб и вот посередине между ними. Там пускай стоят три приста, которые держат мейн-контроль, блядь. А Ладомир и Войд стоите за ними там под стенкой и хилите, что вас не ебашило. Да, я на ромбе. Лёша пускай стоит трусы, ром пускай стоит агонист, посередине между ними стоит Келени. Звучит как вам, погнали быстрее, ластрайтом, не ласт. Рыбу. Так вроде пожрали уже все. Мне нету, блядь. Там просто после 7-8 стака вот этот заряд, который в колонну он кидает, начинает шотать. И нужно отбегать. Если не отбегать, то хилы подохнут. Он вообще не бьет практически, прохиливается на изи. Я же говорю, заряд когда... Пока стаков нет. Пока когда стаки появляются, начинается пиздец. Не знаю, мы сейчас до конца стояли практически. Я встал, рейндж 12 прописал. Моба заимкашил, ну когда босс прибежал. И все, держал его тоже примерно на этом же расстоянии. От всех. Давайте чек на готовность будем пулять. Времени мало. Будет печально, если мы на этой неделе его опять не убьем. Типа больше на этой неделе я вряд ли буду допроносить. Если один ШП умирает, вы его заливаете тогда моба, да? Да. Вариантов нету, блять. Ну-ну. Либо два держать. Два варианта. Ладно, давайте, короче, так же с тремя пробуем. Все тут, блядь. Типа, Кирюх, ты сможешь еще на этой неделе? Ну, на этом, когда куда мы поставить, 25. Приду. Ну, в среду, да, что там реально Безус, там Минитен, там Тринка падает, пиздец, нахуй. Бисовая меч, блядь, бисовая Триня, блядь. Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Также Лёша, агонист, Келени. По очереди берете в такой последовательности. Пробудителя хуярим быстро. С луны ушли. Сейчас вот можно бежать по правой стороне. Налево перебежали, налево. Пробудителей. Завоевателя еще не было? Нет. Вовы затихал. Пробудителя. Рыжка молния. Вася, поднимай Войда. Сразу забафали славу, Лёша взял его. Забафали славу. Каску по нему, там всю хуйню. Еще один. Бери. Беру. А меточку вот можно, где ромбик прыгает? Тоже ром. Ну пропадает, блядь. А, вот появилось.
Что такое, блядь? Пробудителя. Оказывается, что-то он какой-то отбитый стал. Лагаешь? Да, нет. Завоеватель выбежу. Троих взяли уже, да? Да, вот сейчас с ромбика бежит, это мой. Просто аккуратно не слезай. Пробудь резко. Да, держи. Мать чуть не уехал, блядь. Ну, станы. Под станами не увернуться, не сблокировать, ничего не сделать. Пробудителя резко. Ромбик бежит. Что вы там, скоро? Все. Давайте под стеночкой резко. Этого убиваем. Те, кто держит МК, отпускайте, становитесь туда, где должны стоять. Быстро только это сделали, резко. Раз, два, блядь, все. Все, рендж набрали, стали по меткам. Гера пошла, работай. Трусы, не подходи к людям. Встань туда, к рамбу ближе. Срез забери. А мне только два бафа. Тут у нас три навали, да? А мне два. Второе. И кого туда стоит? Вот сейчас три. Так, я по срезу. По столовке даю СС. На столовке есть СС. Блин, читать это заклинание. Есть три? Нету. Давай. Если дал. Собирай. На тебе СС? Так, МКшка сейчас следит. Обновляй сразу. Обновляй, быстрее. Хорош. Учитесь, блядь, получается. Срез лежит, ребят. Срез АБР, быстро отвечает. Если СС, дайте срезу СС. Быстро БР среза, алло. Забафали его резко. СС по срезу.
Держи пока подкрыт. Маны у Сухого нету. Гимны есть? Гимна, хэп, гимна ману, любой приз. Поражал хп. Трехастерию закинул. Кто знает, ноль маны, короче. Гимна ману, дайте кто-нибудь. Алиса или Даша. Забирай. Хп поражал. МК, быстро, 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 быстро. Хорошо. Вон, это, трусы. Массакру. У меня зеленка из прожимок только. Сейчас у меня перс умрет. Забирай. Он стоял прям. Под я тогда хил. Это сплачу. А, Аниста, прохил. Пизда. Ага. Прохила нет, ну. Второй раз пизда. Че, меня моб ебнул. Заливайте моба быстро. Быстро моба залили. В рамба резко заехали, блять. Не, бесполезно. Ваншоты это уже просто. Блять, ну я не знаю, у нас просто танки дохнут, блять, как вата, нахуй. Ну так там. Ну на нашем стаках, конечно, блять. Как вата. Столовка, я не пойму, встал, сразу лег, блять, за хуйню. Там их нету, нахуй, нихуя не дали. Давайте попробуем ластрай с двумя по этому мобами. Я вообще да, не хочу больше. Я уже заебался. Сталком. Ну я поддерживаю, надо это. Я смотрел видео, где вот кто там, какая-то гильдия топовая, там по 9000 ДПС, ты посмотри, у нас 7000 у трех человек, остальное можно 6. Можно не пробовать. Ну да, да это нереально. Да давайте можно на мобайле, быть. Пожалуйста, один раз попробуем. И треугольник. Не вижу смысла вообще, у нас ДПС, а просто ноль нахуй. Я вообще по мане сел нахуй, я практически не дамажу. Ой, я развалю. Я... У нас после... должны локи тут хуярить по 10 нахуй. Шамик, он дохлый, походу, да? Ну, он дохлый, блядь, конечно. Настроил. Он а как ну... вообще этот, блядь, Шамик от мобов дохнет? А не... Ну, как ты вообще можешь дохнуть? Шамик. Ну, Шамик за моб доубил, и все, блядь. Ну, это, блядь, типа, забей. Он же тряпку убивает, блядь. ДПСа просто ноль, нахуй, блядь, я не знаю. Пацаны, как давайте это... что-то решать. Кому-то крафтовый шмот делать, кольцо, нахуй, в Долоране купим. Я не знаю, блядь. Ну крафтовый шмот это одна шмотка и одно кольцо. Надо же 226. Сапоги, пояс, блядь, кольцо. Вот три шмотки, блядь, 26. Это десятки, это надо десятки, блядь, токены, блядь, хуёки. Нихуя никого не постанет, блядь, вы чё в сказки верите? Да ДПС апнет, блядь, тринка или, допустим, сет. Или ты 8. Это тринка, блядь, бафует, конечно. ПД 15. И только потом выдавал сета хорошо, ну и чё, как бы. Вот, знаю, я вот сейчас семеру выжил на этом боссе, блядь. Максим, это потолок мой, блядь. Ну, у меня 7700. Это... Вот сколько по боссу установил? Ленгани, урон. Это все. С учетом всего трэша, что мы прошли, ты 7 не бил. Не, ну, у меня вот, ну, понятно, что с трэшем. Я, видите, по боссу, на тут, на этот, Ленгани идет по боссу. При том, что мили крит у вас еще лег. В самом начале. То есть у нас с тобой, Асмодея, разница, блядь, почти 800 тысяч. Ну и чё? Ты ну, демон, блядь. Я демон. Ну ты демон, да. А наоборот, блядь, позорище для остальных, что, блядь, демон нахуй 2 ляма дает, блядь. Ты должен больше давать. Вар, который голый нахуй, блядь, сейчас дал, блядь, 1.7 нахуй по боссу. Шамика не было, он труп 0 ДПСа. У вас мили крита тоже не было, док упал же. У нас 2 вара. У нас спич, который есть, он живой был. Вот у нас по факту средний ДПС, блядь. 6к, нахуй, блядь. Это максимум, типа... блядь. Средний, блядь. Батарейка тоже у вас упала в начале, типа, ну, по мане. Ну, это все это вместе не даст нам еще 10%. Ну, вот я считаю то, что выжить ДПС можно, блядь, если будет все живы, нахуй, никто не сдохнет, блядь, а будет дамажить. На этом боссе не бывает такого, чтобы, блин, нет. Давайте, Го.
попробуем. У вас кто попал? Если больше его упал, хороший доплейт, да? Почему не сделать больше хилов? У него же, блядь, берса там не скоро нихуя. Хилы какой-то. Больше берса, у него стаки. Стаки, знаешь, стаки. Это после 15-го стака это все смерть. А мы не успеваем его убить нахуй до 15-го стака. У него сейчас 16 было, еще 4 ляма хп, блядь. А может через соло сакру надо играть уже нахрен? Я не знаю, как паладином. Давайте сейчас поможет, по территории и агонист чистая МК-шат, остальные бьют. Ну, Келени, да, в частности. Ты дамажишь просто и все. А он больше МК всех твое будет? Нужно будет только если кто-нибудь из них умрет или там какие-то будут проблемы. Ясность да. Полная. Давайте ребам мы... дали последний трай. Надо запакую самому. Самому надо шкаф дать. Стойте, может этот метку ромб, например, стоит возле вот этой херни, она мне в спину надамажила, и у меня там было 1% хп. Может как-то правее от нее или левее? Тебя убил автоатака, блядь, Алён. Я понимаю, ну да, тебя прохилили. Там просто я были стайки, и она много бьет. Типа, ну, это должно прохиливаться. Тебя прохилили. Мне молния надамажила, с 1% я стоял. Из МК вышел, мог меня дернул. Вот это ты линканулся, значит, с кем-то. Смотри, ренжу. Да при чем тут ренжа? Мне спину надо мало. Еще раз говорю, ты линканулся с кем-то. Молния... 1%, я от чего-то стал, не просто так стал 1%. У меня молния... перс стоит. Еще раз говорю, я конечно, я не пойму, ты когда в МК стоишь, тебя хилить нельзя или что? Ну я смотрел по вуду, по аддону, у меня хп не было, выхожу, ну моб из-под контроля выходит, у меня хп так и нету. Моб подходит и меня ложит и все. Ебать, как будто с тобой на разных языках разговариваю. Я говорю, от чего у тебя отнялось хп? Тебя уебала цепная молния, правильно? В тот момент я заметил, что сзади вот эти молнии летят. Че, может тронем? Ставьте, рыба есть? Да сожрали уже. Как рыбу жать, так, блядь, сразу, а как босса убить, блядь. Поставил. Есть сапрот еще 5 минут осталось. Да, давайте обмен. Так, сейчас. Так, Шамик, нахуй. Пей, блядь, не знаю, нахуй вы сапроты пейте, ДДшники, я хуй его знаю. Ну, кроме миликов, блядь. Тут сапрот это до пизды, ну, типа, стак появляется и пизда. Типа, сапрот похуй. В мелизоне сапрот спасает, блять. У меня. Ну, милики, да, все РДДшники. На ДД или ХП остался. Шамик ДД пей, блять. Ханты, Фарина ДД. Хуй знаем. Дымаш тебе, блять. Бля, я не знаю, она может со срезом на ХП выпить, типа, но. Я выпил на ХП, что-то. Пей ХП. Ну все, все готовы. Погнали. Стайл дал сапрот? Да, я ему дал. Все, пуляй. Заходите. За линию тут. Пока арена может троих подержать, потом одного снести. Не надо. Пускай дамажит. Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить меня? Асмодей, дай по столовке с СС. Пробудитель объем. КД 5 минут. Я тоже КД, Максим. У меня 4 минуты. Ну я после комнаты. Когда с комнаты спуститесь, дашь по столовке СС. Нет, Шамик по СС, по срезу. Пойдем, пойдем. По правой. Бери, Лёша. Так,
этот моб один, по левой, второй, по левой, второго, по левой, берет. По левой. Сбей на каст. Другую сторону. Понятно, блядь. Хороший трай, нахуй, блядь, спасибо. Беру, блядь. А, Михал, о, блядь. Блядь, нечаянно, да, подними. Саня, походу, уже спад пошел. Комбик. Оглушение, ребят. Ну вы не видите, что ли? Уйди оттуда, нахуй ты туда под столб становишься. Встань просто в центре этим мобом ебаным и стой. Отвожу, отвожу моба. Пробудителя. Там. Под на пульте, а то я сейчас сорву, блядь, с него этого моба. Фейкни. Раскола дай. А пусть под на пульте. Че будет выходить? Поэтому нельзя оттуда уже мобов отразить. Нет. Ай, бежит. Да, бежит. Так он, блядь, за стенку не бежит. А, там, пробудителя, там... пробудителя. Сбейте каст прислужником. Вот тому сбить каст. Сначала... Это хуёвая просто идея, блядь, но... Пробудителя. Все, можешь идти уже, слышишь, иди наверх, мы добьем, бей. Вася, поднимай Диму. Забафали сразу его. Скажите, когда на вас побежит. Он на арчи пошел, да, смотри? А, не на супа смотрит. Пусть стоит. Он на супа смотрит. Пробудителя играем. Давайте там, ребзи, ускоряйтесь, блядь. Пробудителя. 20%. Пробудителя, пробудителя, резко. Сань, тормозни чуть. Подними, подними срезы. Рэнджу набираем сразу, резко. Мобов запиздите быстро. Они хилят. Форба по ханту выхожу. Владимир уехал, срезу. Все, спасибо, пацаны. Хороший был трай. Ну вот зачем ты говоришь это тормознуть? Ну и че бы, блять, было? А нахуй вы там останавливались, я не пойму. Забей. Миша тормознул так, что отъехал. Заебок тормознули, блядь. Ну, он меня пытался поднять. Я как бы... От сапогах нахуй съебался, чаржился в кого-то, блядь. Все, нахуй, какие проблемы, блядь. Что за приколы, блядь? Стопы, нахуй. Какие нахуй стопы, блядь?
Должны, блядь, нахуй за 3 минуты эту комнату закрывать, чтобы хэм-мод включить. Тут нахуй 15 не хватает, блядь. Для того, чтобы за 3 минуты, нужно на 5 тел больше идти. Ты думаешь, если мы сейчас дадим 5 тел в комнату, сделают хэм, переведут в хэме? Вы сдохнете. Я очень сомневаюсь, блядь. Че, еще раз тройнем или нет? Я не хочу. Я не вижу смысла вообще нахуй этих троих. Просто нету никаких нахуй смыслов. У нас, блядь, люди, которые топовый ДПС вливают, один нахуй в бане, одного хуйня с интернетом, блядь. Здесь, чтобы его убить, надо, чтобы все были хотя бы 218+, блядь, чтобы они давали какой-то ДПС. Но с ДПСа просто нахуй нет. 7к это, блядь, ДПС, нахуй, для людей в 15-м гире. Он как дох 7 дает, так у него 216, блядь. Десяточки, что еще сказать? Фармить Т8, ну. Типа я до сих пор, типа, с одним песком бегаю. Че, ложимся сразу, че мы ебемся? Да, падайте, че? Я что-то мили его, хуярь, блядь. На среду ставь, короче, там посмотрим, соберем какие-то. Ну, Кирилл, ставь. Завтра что, ОС, НАКС, вот эти... Завтра, да. Завтра, да, на расслабоне. Ладно, всем спасибо. Давайте что-то сделаем. Да иди ты нахер, вот реально, блядь. Просто 4-5 тысяч это пиздец. Хватает. Нихуя тебе. Нахуй тебе, блядь, трай, блядь, если нету просто ДПС. Тут не проблема в том, что там что-то не захиливается, нахуй. Или, блядь, не можно с танками. Выйти на... Тут не проблема выйти, его просто нету, нахуй, ДПСа, блядь. Понимаешь? Вам бы не было проблематично выйти, если бы у вас был бы, нахуй, ДПС. Срез, нахуй ты ливнул, сейчас ЕП дадут. Я что-то с рейда ливнул, там ЕП дают, не дают, я что-то... Ты все, срез, пока, ну. А, Санек, а еще, которая вчера будет ЕП? Тем, кто... Пять-ка, нахуй, 8. А че он стоит боевым аккредитором, а портал у него не рабочий, что за хуйня? Ну не работает. Так, а ну смотрите, создалось событие на среду. Че там 20? Да. Все подписывайтесь. Ты что, все-таки хочешь попробовать? Ну, у нас типа десятки, блядь, будут там у людей завтра, послезавтра, понедельник. Угу. Я бы шмотик, вся хуйня. Не так, давайте спать. Сейчас, короче, вопрос решим, блядь, с этими ебаными боешками, блядь. Ну, не боешками, эти крафтовыми хуйнями, шмотами. Кому что осталось, и зарядить. У Асмодея все есть, у тебя что есть? Мне пояс остался. У меня 2 сферы есть, мне 4 сферы надо. Кому еще надо? Тоже пояс, перчатки. Димону Хаосу бы тоже. А, волшебник, помню.